Вон там, вон там история. А? Да. А вы посмотрите, ой, какое. Что-то я отпугиваю. Аборигены как хотят, так и танцуют. А то они их аборигены. А вот это вот восточные танцы. Сейчас будут танцевать восточные танцы. Сегодня будет вторая серия. Мангал у вас патриот. Испытание мангала. О, он весами, да? Да. Вот, значит, уже катаем его. Дорогая, вот у тебя точно вечером, я тебя в Балтику скину. Все трусы будут в этом, без пены. О, да, да, когда с лейбом каким-то. Почему не хочешь? Патриот. Чего сидит? Это тебе что, подарок к машине дали? Нет, я сам заказался. Будем испытывать. Здравствуйте. Извините, здравствуйте. Можно у вас это огня попросить? А то у нас никто не курит, и это, приехали. Не-не-не, нам поджечь этот мангал. Да, пожалуйста. Ну, а то все у нас не фестер. Курящий здесь только я один. У нас вообще никого. Да, сейчас руки помоем. Да, снимаем. А вы уже снимаете? Да, вот такая штука получается. Сейчас будем его испытывать. Это ясно же. Рецепт. Решетка будет. Сейчас мы прогреем, потом уже угольки. Не, прогреть надо, потому что это сейчас не подбирать. Там вроде она не покрашена, но это пищевая, это же вечно. Она в первую очередь не стоит. Потому что медовик. А? Сейчас постучу. Живи. Ну, обычно металл было проверить, вот это красиво. Не-не. Еще раз живи. Ладно. Не пожалей мне металл. Трой, четвертый. Долго пошло. Проверил? Не, если не проверить, то это неприятно. Вот такой блеск я вижу. Только дает светлина вот. А мангалы не покрывает ни одну серебру. Чуть позже. Так, огонь нас забрали, да? А, да, я отдал. Как вовремя, когда я сейчас вовремя. Ну, у вас-то, надеюсь, что есть что выпить. Дерево не застрянет.
ты что, создал свой же канал? И топор, и кори, и колу в одном вагоне. А я специально брал такой, типа колу. Ну да. Ну как бы и топор, смотри, остренький, и как колу. Лучше побыстрее, так пуги-ка заканчивай. Спичку у нас забрали, но сейчас его отпишем. Да нет, не видно. Ромка. Махмуд, поджигай. Махмуд, поджигай. Так. Смотрю, у нас это поддувало отсюда идет. Поддувало отсюда идет. Ветерок оттуда, значит, не так вот так. Ну так обычно ставим, да? Пойдет, так пойдет. Ну ладно, ну-ка еще раз на меня посмотрите, я тут отвернулся. По огню пошел. Нет, нет, она тяга есть. 4 осталось. Спасибо, дорогая. За доброту, за ласку. Хоть 4 ярки ставить, попросили 2. Я попросил тебя только. Ой, Витуська, да. Ты меня кого-то напоминаешь. Я. Процесс пошел. Не, вы смотрите, тяга есть. Попробуй, тяга сейчас будет. А тут сказали, передвигается. Короче, нам на медведя, смотри. Не подходи. Что-то надо. На ее знать. Дела маленькие. Надо еще знать, Привет. Ну красивый очень. А, я не путал тайничий, меня Да? Да. А колбаска вкусная? Да. Вкусная колбаска. Пожарю лучше колбасой. Я шашлычка сначала пожарю. Мы же тут тестируем мангал новый. А еще лучше колбасу пожарить. Сейчас он прогреется, уже почти прогрелся. Угольков засыпем. Наложим мяска. И будет хорошо. Я ей сказал, вечером пойдем, я ее специально замочу. Даже сам по колено зайду, а ее замочу. Потому что у нее все трусы будут. Сегодня есть только пасха. Шашлычок. А вечером это однозначно. Не как вчера воевали. Дед первый загонит ее. Шашлык по-домашнему. Я не знаю, это по маринаду прочитай, я-то без очков. Нормально. Как, какие-то. Там посмотрел два. Я только не стал брать с этими, как его. Ну, который на молочном. Не знаю, на кефире, на айране, там, не знаю. Потому что такую жару как-то брать опасно. Который, смотрю, вроде ничего.
Таня у меня глаза стали, она даже два кусочка попросила от Ким. Увидела, видимо, что жиру положила. Но... Я-то висячков и не... Столы здесь поставить на солнышке или в тенечек? Да нет, наверное, здесь. Пока, пока мы здесь нажали, то все. Здесь, здесь можно поставить? Да, конечно. Что-то я подумал, а может быть мне Витку забрать, наверное, на воспитание до сентября-то? Ну, а зато не три дня похомячено. Я скажу. Три месяца. Мы тогда вот приедет, с мамой, вы тогда не узнаете. Мы с мамой ребенка. Тогда тут умрем. Ты чего? Так вы ребенка зато не узнаете. А. Воспитание будет. Теряет среди Питера. Не полетишь, Вита? А, Вит? Вита? Вита? Ну что, с дедом не полетишь? Нет. Нет? Не хочу. Сейчас рано судимся. Подувал сейчас там сильно, мне кажется, будет из-за этого. Но я всегда буду так делать. Не хочу. Не буду на Витку подсадить, как не Витку. Погорать у Вина, да? Не, если была бы бережа, то может быть, если бы на бережу сделали. Там пыль больше. Но... Бережа, я углей досыпаю. Ну, я вижу. Дрова-то будет на бережу. Давай, ты больше на раскопку. Ну, да. Ну такие молчуны. Он молчун. Да. Молчуны. Молчуны и показуны. Вот так у нас примерно. Обычно все выглядит. Нифига ничего не подсадим. Шашлычок пережарили почти есть. Теперь надо сделать вкусного чайку. Мангал, в принципе, рабочий. Косички есть, но надо еще погонять. Эти надписи с двух сторон у вас потрёт. Слишком сильно от них задувает. В общем, угли быстро прогорают. И сало, которое капает с шашлыка, воспламеняется сразу из-за слишком большого присутствия кислорода. Ну, мне так это показалось. Это Дакота. Это... Том. Ты Томас? Это Том. Что-то так. Маламут? Да, мало да, немного, да. А будет какая-то рисовка? Ой, нет. Вот. Это он с собаками невозможно. И преданные взгляды на колбасу. Да? Не сказали сидеть, они сидят. Они коньяк тоже пьют. Ой, чувак, сворачивайся, будь. Понимаешь? Вот это колбаса закупила. Чаек. Да, шашлычки продолжим жарить. Ты закусил. Ты что, их снял уже? Небольшие итоги по испытанию мангала у вас, Патриот. Выглядит, конечно, красиво, классно. Есть офигенский минус, который надо поправить. Сейчас покажу, какой. Вот эта надпись, вырезана лазером, конечно, классно. Но... Одна закладка углей, и через эти щели выдувает нафиг все угли. Очень слишком большой поддув, хватает всего только на один раз. Закладку углей сделал, пожарил пол решетки, и все, углей нет. Все сгорело начерто. Поэтому, наверное, вот это вот дело надо будет изнутри
нержавейку приложить сам. Каркас сделан из нержавейки, тройки или четверки, не мерил. Вот, надо будет с той стороны обварить, тогда, наверное, будет нормально. Тяга, конечно, будет практически никакая, но хоть угли будет жар отдавать медленнее гораздо. Пока что это, скажем так, не очень. Переделаем, попробуем. Так, прихватим. Или даже просто вставочки сделать здесь внутри, две штучки. Под углом, в принципе, они никуда не убегут. Вкладывать две вставки изнутри, все. Попробуем. Как собирается, разбирается легко. Все красиво, но пока неэффективно. Так что примерно так. Да, и тут опять же еще из-за чрезмерного поддува жир, который падает с шашлычка, сразу воспламеняется, что очень много кислорода. Приходится все время заливать угли, а это неправильно. Да, надо тюнинговать. Самое классное море, когда небо, отлично, рождается звездное в нем.